давайте познакомимся. Мы, телерадиокомпания «Канал 16», хотим познакомиться с вами, нашими зрителями. Я редко смотрю телевизор. В телевидении жить мы просто здесь не сможем. В нашем городе должно все быть, не только телевидение, обязательно. Это телевидение просто необходимо, потому что выражает свои проблемы городские, потому что город у нас все-таки немаловажный, все-таки это все-таки российский ядерный центр. То есть. Особенно в субботу, воскресенье народу вечером делать нечего.